Добрый день. Я первый раз за 25 лет благодарен людям, что они собрались на этих единых митингах. Первый раз я сегодня согласен с тем, что высказал господин Довганюк, что сколько можно разговаривать, а они просто не хотят даже общаться с нами. И выскажу еще одно свое личное мнение. Здесь я слышал некоторых людей, которые предлагают идти разговаривать с нашими из правительства. Вы столько лет с ними разговаривали, вы их рекламировали, вы их, в принципе, сделали теми, кто они сейчас есть. И вы сейчас, видя, что страна доведена до нищеты, предлагаете снова с ними разговаривать. Господин Антон, вам нужны эти разговоры, когда они с вами даже лично уже не хотят разговаривать, даже в студиях. Ваши приглашения туда никто не хочет из них принимать. И вы предлагаете всем дальше переговоры. О чем вы? А я предлагаю, да, их нужно прессовать. Я не говорю, что их нужно силовыми методами прессовать. Но их нельзя выпускать из вот этого поля, потому что они других слов уже не понимают. Они забыли, что такое человеческое. Для них только одно значит – власть и бабло. Все остальное закончилось. И все эти переговоры приведут только к одному – к обману всего этого народа. Кто-то, конечно, может получить что-то свое, но не более того. Извините. Спасибо.